Фестивальное кино на Дожде. Актуальный для работников телевидения вопрос. Что дает самый высокий рейтинг? Преступления в прямом эфире или террористы, которые решили организовать свое реалити-шоу? Один из главных фильмов гонконгского гения Джонни То «Горячие новости» о проблемах современного медиа-общества в формате напряженного боевика. Вначале не пропустите легендарную сцену перестрелки, снятую одним 10-минутным планом. «Горячие новости» в это воскресенье в 22:00. Участник официальной программы Каннского фестиваля 2004 года и две награды Тайваньского кинофестиваля «Золотая лошадь» 2004 года.